ваше время, руководителя страны. Вы же не просто ребенок.
Новая медицинская услуга в Тропико. Лазерная хирургия глаза. Для тех, кому ну очень нужны глаза-лазеры.
Тропико с радостью приветствует своих каперов. Напоминаем, это разрешено государством и не является пиратством. Thank you.
пресс. Мир строит... Быть наследником нищ... Послушайте, президенты, мы с ним похожи, как две капли воды. Я просто больше и лучше, потому что что-то произвожу. Он лишь обменивает деньги и надеется на лучшее. Поддержите мой план, эль-президенты. Вы же не думаете всерьез, что строить заводы лучше, чем играть на рынке? Акции, бонды, облигации, ну же, пресс, поддержите победителя! Вы же знаете, что я прав. Мне нужно выпить.
Меня называют Брок. Что из этого может вас заинтересовать? Конечно. Я капитан промышленности и часто подумываю заиметь ко... Президенте, прошу, усильте армию! Справа нас окружают враги, слева повстанцы, снизу демоны, сверху птеродактили. Кто знает, что пробирается сквозь четвертое измерение, чтобы напасть на нас? Зачем работать ради сражения, когда нужно...
Президенте, благодарю за помощь. Мы смогли О, президенте, приветствую. Для вас найдется место в моем новом мировом порядке. Прекрасно, прекрасно. Эти воры... Президенте, прошу, усильте армию! Справа нас округ... А теперь к деловым новостям на канале Уно. Дворец подтверждает, что виновных в недавних кражах потребительских товаров и еды поймали по горячим следам. Предположительно, потому что они украли что-то свежевыпеченное. Президенте, важна лишь свобода.
дворец опровергает все слухи о создании орбитальных лазеров для контроля разума и просит граждан воздержаться от покупки шапочек из фольги. Вы знаете, что математика... Улицы Тропико захлестнул новый вид спорта под названием «Восстание». Дворец предупреждает, без лицензии играть в «Восстание» незаконно. Ужасный компьютерный вирус «Червь»
Напавший на нас в среду сражен эль-президенте. Интернет в безопасности. Мы в долгу перед вами, вождь. Я пришел к вам сразу, как только раздобыл их, президента. Что скажете? Слухи о вандализме в центре города сильно преувеличены. Дворец считает, что обшарпанный архитектурный стиль не имеет политического значения и все равно ничего не доказывает.
Официальное сообщение дворца. Криптовалюты несовместимы с духом патриотизма. Что это за валюты, на которых нет изображения Эль-Президента? Thank you.
Граждане требуют провести выборы, президент. Друзья, вы преданные граждане, которых не сломят никакие невзгоды. Истинные тропиканцы. За страдания вы будете вознаграждены, но нужно еще немного постараться. Президент знает о горестях своего народа. Вы приветствуете меня, но урчание желудков почти заглушает крики радости. Скоро это закончится. Еды хватит на всех. Нашим процветанием мы обязаны капиталистам. Поблагодарим их за это. Мы благодарны за созданные вами рабочие места, а также за ваши прогрессивные взгляды на налогообложение. Мой народ, мы не должны верить русским. Они обманщики, лжецы и воры, да, это так. Но в них есть и множество отрицательных качеств. Мы просто не можем им доверять. Некоторые утверждают, что на улицах всем заправляют преступники. Чушь! Я покажу вам, что такое настоящий полицейский контроль. Вы будете в безопасности, как черепаха в панцире. А в тропику это... Сегодня завершилось импровизированное соревнование по вандализму. Мятежники тропику победили местные органы управления с перевесом в 2 стены. Президенте, обнаружено... Не знаю, как вы, президенте, но я сегодня проснулся с желанием заработать деньги.
Мир — это странное место. Не... Ядерное оружие. Осталось ли для него место в нашем мире, или же это пережиток холодной войны? Уверен, что добрые граждане Тропико проголосуют за вас, президенте. Лично я собираюсь проголосовать за вас много-много раз. Согласно новым сообщениям, организованные группы вандалов портят административные здания Тропико. Нет поводов для беспокойства. Это вовсе не нападение мятежников.
Народ сказал свое слово. Очень громко. С воплями, криками и улюлюканьем. Что из этого может вас заинтересовать? Конечно, все законно. Вот бы арестовать Пенультимо, просто чтобы увидеть его выражение лица. Народ сказал свое слово. Очень громко. С воплями, криками и улюлюканьем. Thank you.
Мир — это странное место, не так ли? Какая из сделок вам приглянулась? Они все законны.